Денис Игоревич, наверное, после предыдущего тура очень важно было сегодня набрать 3 очка. Да, после 2 поражений однозначно немножко ребята нервничали, мы тоже вместе с ними, поэтому важная победа, тяжелая победа, они такие и бывают после неудач. Мы должны были переломить, я думаю, мы должны туда вверх подниматься, бороться за места вверху. Наверное, так. Все равно реализация немножко хромает у нас, и ненужных потерь было очень много. Много пробежали опять. Будем работать, значит, над этим надо работать.